из порта Башнякова, он за моей спиной. Сейчас к сухогрузу курсируют баржи, в которые грузят уголь. Вот такой вот обратный процесс происходит, но без него спасение будет невозможно. На борту сухогруза под панамским флагом 12 тысяч тонн угля. За раз баржа берет примерно 300. Спасатели ждут не только, когда Mercury Ocean станет легче. Нужна еще подходящая погода. В настоящее время специалистами определяется фарватер. Для начала спасательной операции необходим сильный отжимной ветер, а также хороший прилив, который, по прогнозам, мы ожидаем завтра утром, 29 октября. Снимать с мели Mercury Ocean будет аварийно-спасательное судно «Беринга» в пролив. Его грузоподъемность 35 раз меньше, чем у застрявшего сухогруза. При этом мощности, уверены спасатели, должно хватить. Команда из 20 человек все еще на борту панамца. Никакой угрозы для жизни и окружающей среды пока нет. Когда они закончат? Все зависит от того, как они будут быстро его выводить. Пока сухогруз в воде на берегу спорят. Одни говорят, со стихией невозможно бороться. Другие надеются на техническую силу Берингова пролива. У сахалинцев вопрос один – вытащат или нет? Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости.